Ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. 19 ноября поздравления будут принимать все, чьим тяжелым трудом и профессионализмом обеспечивается продовольственная безопасность страны. Это огромный вклад более 3000 тружеников – сельскохозяйственной сферы Солигорщины. Чтобы накормить страну, в сельском хозяйстве трудятся от рассвета до заката. Несмотря на природные катаклизмы, в этом году работники агропромышленного комплекса Минщины заслужили высоких оценок. Каравай Солигорского района 2023 составил 66 577 тонн. Я хочу поблагодарить в первую очередь всех наших работников, всей отрасли, производителей, переработчиков, всех сопричастных, все, кто работают на одну цель. Она у нас у всех одна – обеспечение продовольственной безопасности Республики Беларусь и повышение качества жизни селян. Я благодарен каждому из вас за ваш вклад. И позвольте поздравить вас с нашим профессиональным праздником, пожелать в общем стабильности, достижения хороших финансово-экономических результатов, продолжения начатых работ, начатых мероприятий, которые стабильно ведут район в направлении развития и положительной динамики, достижения всех поставленных целей. А лично каждому нашему работнику я хочу пожелать мощного здоровья, мирного неба над головой, огромной любви со стороны взаимной любви со стороны родных и близких, и добробыта во всем. С праздником, уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.